Всем добрый вечер. Меня зовут Олег Личковаха. Со мной мой одноклубник Иван Леончев. Мы выступаем за клуб «Усик ММА» и «Балтийские медведи». Сейчас мы вам разберем защиту от прохода в ноги у сетки и с последующим перевод в партер. Вас атакуют, проходят ноги. Обязательно, когда проходят ноги, вставляете вилы. Так называемый смешанный набор. Поднимаете его корпус наверх, берете захват, прижимаетесь как можно плотнее. Ваша ножка зашагивает за его ножку, прижимаете и через нее разворачиваете. Теперь важно не распускать замочек на корпусе и с этим замочком плавно, плотно сползти на ноги. Берем кольцо, контроль. И добивание. Подписывайтесь на канал Дневник ММА и на мой инстаграм. Ссылочка внизу в описании.